Однажды во дворец юного восточного принца черный воин принес девочку, у которой были белые волосы. Ее обучили премудростям Востока. Да, да, с этого момента началась его любовь. Но девочка внезапно исчезла, как и появилась. Шло время, но молодой султан не находил себе покоя. Его не утешали дворцовые праздники. Наступил тот час, когда он ушел. Ушел, чтобы найти свою первую любовь. В начале своего пути он встретил Деву Воды. А Дева-птица пришла к нему из детства. Сколько их будет танцевать перед ним, искушая его сердце. Ведь ему еще предстоят встречи с Девой Песка, Ветра, Огнем и Девой-Змеей. А придворный кальянщик, маг и чародей будет чинить ему козни. О, как прекрасен и таинственен этот танец, танец любви, искусство которого началось во времена, когда пирамиды Египта явили себя миру. Никто и никогда на планете Земля не снимал подобного фильма. Это будет первый и пока единственный фильм о тайнах любви и арабского танца. Фильм «Мечта», название которому...